Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Heroic Magic Duel. Так, ну что же, у нас тут сундучки есть, и я, естественно, буду их открывать. Поехали. Что нам выпадет из склада Вепря? Мечник обычная, да? Одна карточка, понятно. А золотишко и руны. Ладно, у нас еще сундучок, давайте посмотрим, что здесь. Так, огненный бес и, ребята, фаланга. Слушай, это, по-моему, для паладина. Так, и опять у нас руны и золото и самоцветы. Так, ну что ж, давай посмотрим теперь, что вот в этом сундуке. Есть, ребята, мы с вами сейчас получим клад вепря. Смотрите, нам достаются лучники, одна карточка, да, элементаль воды и падение метеорита. Слушай, это шикарно. Ну, естественно, руны и золото. И еще мне доступен клад вепря. А где он, ребята? Где-то вот здесь он накопился, я прекрасно видел. Но куда-то он скрылся. Так, ладно, давайте сразу же активируем следующий сундук. Что у нас тут? За восклицательный знак, что они мне хотят здесь показать. Вот, ребята, забираем сундучок, и его открыть нужно еще потратить секундочку. Для того, чтобы открыть этот сундук, мне нужно потратить 50 самоцветов. Вы серьезно, что ли? Ладно, ребята, жнец, одна карточка, элементаль воды, три карточки, и мечник, три карточки. Плюс целая куча всяких рун. Слушай, я могу, наверное, кого-то себе улучшить. Так, давай-ка посмотрим, что у нас по карточкам, ребят. Получается, могу поднять уровень, да, падение метеорита. Мне все хватает? Да, ребят, мне хватает. Поднимаем. Так, второй уровень, отлично. Замечательно. А что у меня по героям? Я хочу, ребят, посмотреть, что же у меня творится с героями. Могу ли я кого-то из своих... Так, где? Вот приспешники. Смотрим. Так, я могу усилить элементаль воды, да? Я могу усилить мечников, могу беса. Так, давай, наверное, элементаля мы с вами усилим. Уровень следующий. Замечательно, второй уровень он получает у меня. Так, давайте дальше усилять. Нужно сделать 5 усилений, да? Так, могу, ребята, лучников своих прокачать. Давайте-ка сделаем. Так, он получает тоже у меня второй уровень. И давайте немножко усилим. Так, больше не хватает рун, к сожалению. Так, ребята, новая карточка у меня, да? Гоблин-стрелок. Охотник за головами, вооруженный мушкетом. Мир-твердь, редкая. Не знаю, я его еще не пробовал. Оставил у себя его в колоде. Посмотрим, что он из себя представляет. Ну что ж, давайте, наверное... Так, что это у нас активно? Последний герой. Это что у нас такое? Проверка на прочность. Спуститесь в некрополь и сразитесь с 7 противниками в ограниченных по времени раундах. В этих боях прочность ваших порталов выше и не восстанавливается от раунда к раунду. Хм. Так, только один победитель. Проходите раунды и не позволяйте противникам разрушить свой портал. Если он падет, вы проиграете. Победит герой, чей портал продержится дольше всех. И жетоны черепа. Слуги смерти следят за вами. Чем лучше ваше положение в конце боя, тем больше они дадут вам наград. Накопив достаточно жетонов черепа, вы сможете получить мифическую награду. Ух, даже так? Мифический приспешник, ребята. Лорд Самрек. Ого. Так, ну у нас начало пути вот отсюда, да? Ну что же, поехали. Поехали, ребят. Я, наверное, колоду оставлю такую, которая у меня есть. Последний герой, то есть я должен сразиться с 7, да? Выживет только один. Слушай, ну это круто. И я смотрю, ребята, здесь паладины рулят. Рул. Хм, ладно, посмотрим, что у нас из этого получится. То есть это ПВП бои получается. Мне достается паладин, да? Ленделин. По кубкам мы абсолютно одинаковые. Ну, не знаю, как про прокачки героев. Ух. Ну, ладно. Ждем, ребята, ждем. Не знаю, вот стрелок у меня, что он из себя будет представлять, пока без понятия. Но здесь мне нужен однозначно жнец. Упс. Смотри, что происходит.
Ребят, наверное, мы туда поставим с вами гнома. Так, гном должен, по идее, сдерживать. Давай. Так, а вот это что-то новенькое. Я не знаю, ребят, что делает у нас вот этот хлам. Опа! Вот это мне совсем, ребята, не нравится. Жнец. Ого! Так, ребятули, что-то совсем худенько здесь. Совсем худенько. Давай посмотрим. Так. Сможем мы здесь хоть как-нибудь вырулить. Так, ну этих мы уничтожим. Почти уничтожили. Не добили немножечко, да? Так, оттолкнем. И ярость, наверное, включим. Подожди, а кто меня там забомбил-то? Как мне, почему я не могу... А, тут стрелки, ребят. Я ничего не могу сделать, потому что здесь стрелки. Давай-ка тогда тоже оттолкнем. И будем расстреливать. Так. Давай, наверное, энта вызовем сюда. Пока, ребята, мы проигрываем. Пока. Ну, давай так сделаем. Вызываем сюда. Кто проиграл? Я, по ходу дела, да? Время вышло. И... Так, я, по крайней мере, пока еще вроде бы как здесь. Да? Это, я так понимаю, жетоны. Хм. Я ничего не буду менять, ребята. Колоду свою оставляем, все как есть. Так, вот здесь уже чувачок будет посильнее немножечко, да? Ну ладно, посмотрим. Опять же, паладин против меня. Ага, началось. Ну давай, пускай подойдет поближе, ребята. Я, наверное, вот так сделаю, а сюда буду вызывать жнеца. Здесь... Ага, ты смотри, что сделал. Он сделал мерзкую вещь. Давай вот так вот сделаем. А здесь подхил. Ребята, будем хилять нашего жнеца. По возможности. Тоже поставим стрелка. Раз он так делает. Ну. Идет, идет вроде бы дело, да? Так, давай так попробуем. И стрелков установим сюда, ребят. Давай-ка мы, наверное, тоже, да, оттолкнем. А раз такая петрушка идет. Хорошо. Нет, не будем пока тратить, наверное, с вами суперудар. И так вроде бы неплохо идет все. А вот это плохо. Это хламон бесявый. Так, что мы можем с вами сделать? Можем бомбануть. Вот таким вот образом. Так, тут выходит энд. Я думаю, здесь мы, наверное, с вами стрелков призовем, да? Сейчас распишем энта. Так, давай еще, наверное, сюда стрелка поставим. Ага, все, ребята, бомбанули. Время, видимо, истекло. Но на этот раз я тут больше, как говорится, осаждал вражеские ворота. Да, смотрите, мне что-то тут подают. И меня перекидывают сюда. То есть это, я так понимаю, выбывают. Черт, продержаться бы мне как-нибудь. Будем стараться. Будем стараться, ребята. Так, против меня рул. Ну, у меня у одного, да? Метеорит прокачан до 2 уровня пока. Ожидание противника, конечно же, поджидаем. А вот это, ребята, здоровье наше. То есть у меня еще пока хватает. Никто никого не вызывает. Понял. Давай-ка мы, наверное, начнем со скелетиков. Так, плохо, ребята. Ты смотри, что творит. Ладно, хорошо, как будто бы ничья. Вызову я сюда, пожалуй, гнома. Ух ты, а вот это кто такой, ребята? Я не знаю, что это за чувачок. Давай, наверное, мы так сделаем. И энта позовем. Все, я понял. Надо так бить. Фух. Ну да, конечно. Я так же сделаю тогда. Да и мало того, еще и стрелка вызову себе. Так, и, наверное, еще мы их так вот отодвинем отсюда маленечко, да? Давай-ка вот так сделаем. Но ярости. Давай, энтушка, родной мой. Задай там трепу. Ёлки-ты-палки, бомбит. Минуса 0, отлично. Кстати, вот мне надо было побольше брать матушек-то.
на самом-то деле. Энд замечательно, что он сам себя потихонечку восстанавливает, здоровье. Так, давай, наверное, вот сюда мы скелетов отправим. Все, что ли, время стекло? Хм. Я только, ребята, удар нанес, и все, к сожалению. Ладно, давай посмотрим, куда меня перекинут. Ребят, я до сих пор на третьей позиции держусь. До сих пор. Но я боюсь, меня скинут. Вот этот вот Лэнди Лин, который самый первый меня разнес, да, по ходу дела, он будет топчиком. Сандбэк. Ладно, давай посмотрим. Так, вот матушек мы взяли с тобой. Мало, блин, она хилит хорошо. Так, ну что, выпускаем скелетов. Да, сейчас придется, наверное, ребят, начинать со скелетов. Пускай они пока идут. Давай так сделаем. Все, эффективно, да? И Энта сюда позовем. Так, и давай матушку, наверное, тоже. Пускай, опа. Так. Наковальня тут всякая прилетела. Ладно, давай вызовем, наверное, стража. И, скорее всего, здесь надо нам... А, у него страж третьего уровня, да? Понятно. Так, жнеца, срочно вызываем жнеца. Нормуль. Так, вызываем гнома на вторую. Блин, вот этот маг, не надо. Магов нам здесь, пожалуйста, не надо. Он очень мощный. Так, я этого чувачка узнаю, ребята. Он будет трансформироваться. Так ведь? Да хорош ты уже, успокойся. Давай-ка его, наверное, отодвинем маленечко. Туда, капельку. Так, давай еще одного вызовем. Вон туда жнеца поставим. И скелета вот сюда еще. Оттолкнул меня, да? Маленечко он меня оттолкнул. Да, ребята, опять время истекло. Но я здесь не нанес удара, и он, кстати, не нанес. Тогда смотрим, что у нас получается по результатам. Так, ребят, я до сих пор держусь пока на третьем месте. То есть нас осталось всего лишь пятеро. Раз, два, три, четыре, да, пятеро. Соник. Опять же, покупка, он немножко меня сильнее. Ну что же, ждем. Ждем. У него, кстати, здоровья очень мало. Посмотрите на его замок. То есть, если мы начнем атаковать, мы можем, в принципе, разнести ему все это дело. Так, под яростью, да? Значит, решил сделать. Хорошо. Давай мы тогда с вами сюда жнеца вызовем. Не туда я вызвал жнеца, ребята. Не туда, не туда. Давай вот так вот сделаем. Так, а если я вот таким вот образом? Сможем, успеем захилять? Отлично, по красоте пока. Так, вот этого хмыря уничтожаем. И вызываем гиганта. Так, это плохо. Шестого уровня, нифига себе. Давай вот так попробуем тогда сделать, наверное. Под яростью. Так, сюда выводим гнома. И скелетов. Ребята, должны разнести моему замок. Стенку. Отлично. Но этот чувак наверняка 100% выбывает из игры. А я остаюсь на третьей позиции. Наверняка, да? Да, ребята, остается у нас вот этот вот. Сандбэк. Я стопудово сейчас буду, наверное, с ним драться. А, подожди, ожидаем завершения других боев. То есть они еще пока дерутся. Разящий бонус, вот они отыграли свое. Опа! Опачки! И я переместился, ребята, на вторую позицию. Слушай, от этого мне не легче, если честно. Ну, будем смотреть. Надеюсь, у меня колода хороша. Я не буду ее менять, ребят, сейчас, в данный момент. Надеюсь, выстоим. Понеслась. Тут у нас битва идет за второе и третье место вот в данный момент. Фух. У меня здоровье пока, ну, более-менее, но все равно маловато. Так, смотрим, кого он выпускает. Эй, ребята, карта у меня немножко не та. Ладно, вызовем, наверное, с вами элементаля воды. Пока сдержать попробуем, да? Так, что-то как... Давай, убьет? Должен убить меня. Нормуль. Так, хорош там. Куда он разогнался, ребят?
Ух, он в ярости, просто в ярости был. Ну, мать природа, давай. Что ж ты стояла там, выжидала-то я не знаю чего. Так, этого мы сейчас попробуем, ребят, с вами скелетами забомбить. Ну, скелеты, бомбите, бомбите, бомбите по нему, пожалуйста. Так, я вызываю сюда. Замечательно. Так, давай туда на верхнюю гнома поставим. Элементаль, да? Двигается элементаль. Ты смотри, что творит. Ты посмотри, что он вытворяет. Оглушает моих воинов. Давай тогда мы еще наверх с вами гиганта вызовем. И бомбим. Будем бомбить. Ну, кого он там призовет, кого-нибудь? Давай здесь. Замечательно. Так, отодвинул опять, да? Хорошо. 2 секунды, ребят, я не успел ему, да, разнести, к сожалению. Но он, по-моему, выбывает. Или на третье место перемещается. Сейчас посмотрим. У нас называется последний герой. Так, еще живые, да, значит, получается. Значит, то есть выбывает именно тот, у кого просто нет уже здоровья на базе. Ох, напряженно-то как. Опять, ребята, вот мне сандбэк этот достается. Паладин. Так, 4602 у него здоровья. Он будет, естественно, ребят, стараться меня уничтожить. Но мы будем стараться защититься, естественно. Естественно, будем стараться защититься. Так, матушку природу позовем. Так, энта он призвал, да? Так, это уже нечестно. Это, ребят, нечестно. А сейчас было. Тихо, 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 тихо. Жнец, упади. Упал. Так, вот этого, ребята, мы с вами бомбанем. Нечего ему тут делать. Магов сразу надо валить. Я уже видел их мощь, что они могут сделать. Ничего хорошего, на самом деле. Так, что нам сделать? Давай-ка, наверное, вот сюда поставим. Опять этот голем. Тупорылый вышел, а. Давай-ка мы вот так вот под яростью, ребята, сделаем все это дело, чтобы красиво было. А, мы ему разнесли. Хе-хе, ворота. Мы ему разнесли ворота. Значит, минус еще один конкурент. Так получается? Да, сандбэк улетает. Остается влам. Так, сейчас другие игроки отыграют у нас боевку. Тут надо подождать 25 секунд. И остается у нас влам. Сейчас посмотрим, могут меня немножко сместить. Нет, ребята, я, по-моему, перехожу на первое место. Так, и кого же мне дадут? Мне кажется, дадут влама сейчас. Хм. У него, вот смотрите, 4 звездочки. Что это означает, я пока не знаю. Ну вот. А, мы сейчас будем драться как раз с Ленделин. Вот, ребята, ВС, видите? То есть я и против него. Точно. Блин, он меня в первом раунде начал очень быстро в оборот так брать. Так, ожидание противника. Только не говори, что ты вышел. Нет, не вышел, ребята, он вернулся. Раунд длится 1,5 минуты. Так, ну что ж, давай посмотрим, кого он сейчас будет вызывать. Скелеты пошли. Хорошо, давай вызовем тогда жнеца. Он наверняка будет сейчас их глушить. Мне почему-то так кажется. Тоже вызову энтов. Давай накажем. Ага. Так, матушку природу на помощь нам. И стрелка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, отлично. Молодцы, все хорошо. Так, этот маг. Кто этот? У нас какой-то гном, я не знаю, это чувачок, короче, какой-то. Так, жнец, ребята, там что-то уже как-то чересчур раздухарился. Давайте-ка попробуем, попробуем во что бы то ни стало наказывать их всех. Так, жнецы, точнее скелеты пошли. Так, он меня застанил там. Карты, 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 мне нужны карты, ребят. Стрелки и скелеты. Так, энта уничтожаем. Нечего ему тут буянить. Ой-ой-ой. Так, а у него первого уровня скелеты-то были, оказывается. Понял? Так что все, у нас пока хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. 2 секунды, ребята, 2 секунды. Слушай, ну неплохо.
Я считаю, что сейчас было неплохо. Я им достаточно приличное количество отнял жизни. Где-то около 6000, да, на замке. Так, я думаю, что влам... А, вот сейчас мы с ним деремся. Ну, я думаю, что мне достаточно будет, чтобы разнести. То есть пару ударов нанести. Даже можно одним метеоритом просто снести ему все здоровье. По-моему, так. И база у него рухнет. Ну что, будем пытаться? Будем пытаться, ребята, нам все равно. Так, у него 30% в плюсе. Чего там только в плюсе, непонятно для меня. Вот видите, 30% в плюс. Так, ладно, женец пошел. Давай так попробуем. Отлично, ну что, еще один такой удар метеоритный, и все, ребята, и база у него раскрошится просто-напросто. Ать. Ну. Опа-на, опа-на, че он творит, че он творит. Мой водяной голем, ребята, разрушил ему ворота. Ну что же, теперь мы один на один с Лендилин. Ух. А что он там, интересно, ждет? Смотрите, ребят, 53 секунды, ожидание боев. Как будто он там с кем-то дерется. С кем-то там может драться-то, парень. У нас только с тобой остается. Один на один, все, больше никого нету. А, он, наверное, знаешь, что делает? Изменяет колоду. Так, разящий бонус, уровень второй. То есть у меня 10% к атаке и 10% к ХП, да, идет? Судя по всему. Так, разящий бонус увеличивает запас ОЗ и урон всех ваших приспешников в зависимости от урона, который вы нанесли вражеским порталом. Ну да, так оно и есть, ребята. Все, короче, финальный раунд против Лендилина. Как говорится, решается либо мы герои, либо мы никто. Тут нету второго или третьего, тут только один. Только один. Мне нравится. Интересно, а вот эти вот ребята могут наблюдать за нами? Или они все выбыли и смотреть бои не могут? Ух, я спешить не буду. Я буду смотреть, как, ребята, будет поступать он. Отталкиваться именно от него. У него, смотрите, 30% разящий. То есть довольно сильный паренек и по здоровью, и по атаке. Выпускаем, наверное, для начала водяного... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Водяного голема, ладно, пускай он пока идет. Здесь выпустим жнеца. Так, отлично, жнец хорошо сработал. Да как ты меня достал-то, а, упырь? Бесит меня вот этот вот ханорик, серьезно вам говорю. Да, он бомбит-то, посмотри, не по-детски. Так, а энд как против него, хорошо? Даже энд, значит скелеты. Значит скелеты должны, по идее, рулить, были. Ну-ка. Не сработал фокус, к сожалению. А он же у нас отхиливается, так? Да, ребята, он у нас постепенно отхиливается, поэтому его нужно бомбить как можно быстрее. Так, там стрелок у меня нормуль. Все идеально пока делает. Отталкивает. Но это не страшно, потому что стрелку по барабану. Мы вот сюда поставим мать. Хилочку, пускай хиляет. А вот тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как-то не вовремя... Есть, отлично. Слушай, ты посмотри, какой дамаг. Дамаг наносит у меня этот великий титан. На-ка. Вызываем. Сейчас разнесем ему, ребята, башню просто-напросто. Стену, ворота. Все. Ну, кто у нас герой, ребята? Кто герой? Ну, конечно же, Рэй. В этот раз Рэю повезло, ребят. Победа. Приятно. Последний герой, знаете, как будто я где-то выиграл. Так, получить 80 жетонов. О, простой сундук. Давай посмотрим, что нам выпадет из него. Простой сундук арены. Погоди, я же... А. Так, подожди, открыть-то мне его можно? Плиз. Ну, давай это тогда откроем. Что? Ну, ладно тебе, ну, почему щит-то носится, ребят? Ну, зачем гном, а? Ну, там же... Так, почему вот это я не могу получить? А, вот, все. Ну, так, огненный бес и священный молот. Это, ребята, удар на паладина. Лучше бы мне на Рула, честно говоря, что-нибудь дали. Слушай, а что такое бой? В бой. То есть это можно вот так вот до бесконечности, что ли, драться? Все, я понял.
Хорошо, ну а мы, ребята, так, что тут у нас? Блин, мифический приспешник. Конечно, хочется его получить. Кто бы его не хотел бы? Тем более, я даже не знаю, как он выглядит. 7 уровня. Атаки помогают Самреку накопить мощь. Закончив накопление, он подбрасывает всех врагов на своем ряду, а затем обрушивает их на землю, нанося урон и оглушая. Охо-хо-хо. Чувак, наверное, крутой все-таки, да? Так, ну что, а мы давайте, наверное, с вами просто попробуем, ребят, посражаться. Так, ну, пока я тут по кубкам, если судить, лидирую. По опыту пока не знаю. Тишина такая, лесочек. Мечник на меня двигается. Я вызываю, ребят, скелетов, естественно. Сейчас, если он что-нибудь бомбанет, будет бомбить, нет? Ну, мечнику хана, отлично. Так, а он вызывает лучников. Тогда мы, ребят, наверное, тоже с вами призовем лучников. У меня 2-го уровня. Ох ты! Ладно, парень. Сам напросился. Так, он вызывает энта. Ну, наверное, начнем с матушки природы. Я так думаю, да? Почему так медленно копится-то у меня все? Вызываем голема. Ой, голема. Водяного нашего. Так, погнали. Так, он еще стрелка, ребята, вызвал. Ну-ка, давай, под яростью. Мне нужно тут под яростью их бомбить. И вызываем энта. Ярость, не заканчивайся, пожалуйста, раньше времени. Давай вот так сделаем. Дыч, пускай отдыхают. Так, вызываем стрелка. Ой, маг. Ребята, а маг это плохо. Мы видели, на что способен маг. И вот что делает. Вот так-то. С ним шутки плохи, ребят. Ну что же. Я не знаю, давай попробуем энта призвать. И вот так вот, под яростью. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то очень хреновенько на самом деле. Так, не пробили, да? Этого говнючка мы не смогли забомбить. Он сильный, этот каменный чувачок. Так, он распетрушился на троих. Так, отталкивают. Давай, наверное, сюда стрелка поставим. А сюда жнеца. Слушай, ну неплохо бомбим. Начинает у нас, ребят, бомбежка идти. Давай-ка я вот здесь, наверное, под яростью сделаю, чтобы усиленная была атака. Не-не-не, ты скелетиков-то своих убери отсюда, пожалуйста. Вот так вот. Наказывает Рэй. Так, простой сундук. А, это у меня он просто в копилку сейчас упадет, да, на активацию. Так, 100 монет. Способность... А, особенность гильдии. Да, ребята, хотелось бы, конечно, мне дойти до новых карточек. Естественно, хотелось бы. Сколько нам еще тут? В принципе, не так уж и много. Боев сделать? Вот, вот этого у чувачка у меня нету. Каменный элементаль. А вот это кто такой? Валькирия. А, Валькирия, это, видимо, вот, помните, да, с таким длинным мечом чувачок шел. Это, наверное, и была Валькирия. Так, ну что ж, давайте, наверное, еще сделаем бой. Мне, конечно, хотелось бы подраться в последнем герое, на самом деле. Там, как бы, ну, сундуки все-таки выигрываешь, да? И можно выиграть офигенного персонажа. Я думаю, он бомбически будет рулить. Но я знаю прекрасно, что вам это не зайдет. Вы устанете смотреть. Я лучше это как-нибудь, наверное, за кадром поиграю. В тихомолочку. Так, ну что? Понятно. Выходит мечник. Ну что, мечника я, наверное, встречу водяным элементалем. Да? Ой-ой-ой, я почему так слабо? Я, честно говоря, думал, что мы сильнее будем. Ну, расстреливайте, расстреливайте. Что, не получается, что ли? О, молодцы. Да-да-да, конечно, наковальней своей тут... Он еще и оглушает меня, да, ребят? Да, он оглушает во время... Так, а этот у нас псих с разбегу, да? Давай, под яростью. Под ярость его. На! Разбомбили, молодцы. Так, опять тут у нас... Ну, этого мы будем, ребята, брать на скелетиков, естественно. Скелетики быстренько его должны тут почекрыжить.
Нет. Нифига, ребята, не быстренько они его подчекрыжили. А этот все своим молотом нас оглушает. Паладин, я имею в виду. Герой. Ну-ка, давай-ка мы вот так сделаем. Ай, зря только ярость, ребята, применил. Он меня толкнул. Все в холостую, да, получается. Слушай, ну бес хорош вот против вот таких вот, да. Он своим лучом может просто сжигать всех. Это надо будет запомнить на будущее. Так, разнесли опять. Появляются везде эти упыреныши. Давай, наверное, удар. Да, можно было даже без него, ребят. Ну, как вы поняли, мы бомбанули опять же стенку. Джордан. И мы продолжаем с вами. Эть, потихоньку-потихоньку продвигаемся. Совсем потихонечку. Кстати, а вот тут еще у нас даже нет некоторых карт. Например, алхимика у меня нету. А, вот это вот здоровяк с рогом. И первобытный дух. Это вот этот вот маг. Да, бонус к первой атаке 600. Хм. Хотелось бы получить, на самом деле. Ну что? Будем зарабатывать себе на сундук. Вот на этот, да? Это получается, нам еще нужно 3 боя выиграть. Так, а я могу, видимо, кого-то... Не хочу я вот у паладина что-то выучивать. А вот здесь, наверное, я усилю. Давайте-ка щитоносца нашего усилим. Так, что такое, ребята? Я так понимаю, я получил 2-й уровень, что ли? Так, и гном у меня тоже, ребят, получает 2-й уровень. Ну что же, неплохо. Так, а почему написано вот тут у героев 2? То есть я могу... А, 2 раза, что ли, прапать? И вот этот, и вот этот? Ну, давай посмотрим. Фаланга. Да, ребята, здесь мы прапали, это понятно. А здесь... А здесь не могу. Так, тогда что-то у нас в приспешниках. То есть я могу беса и мечника. Но я не хочу, ребята, их капать. Лучше мы пойдем с вами бомбить. 3 боя нам еще с вами нужно. Вы можете продолжить сразу, однако сундук получите только... Понятно, потому что у меня, видите ли, нету места. Все сундуки, как говорится, забиты. Ну ладно, мне не это нужно. Мне главное победить. Воу, да, ребята, я получил 2-й уровень, у меня 17 тысяч уже ХП. Хм. Это большой плюс, кстати, для меня. Уже будет преимущество перед врагами, соответственно. Так, что у нас тут? Угу. Ну, давай жнеца вызовем тогда уж. Бомбанет, я тогда в ответ метеоритом. Нет, он не так стал делать. Хорошо, давай мы так отодвинем тебя маленько и поставим сюда лучников. Ага. Ладно. А если вот так вот, что ты скажешь, парень? Тихо, бомбанем, ребят, бомбану. А нефиг, как говорится. Ему, значит, можно, да, применять эту кувалду, а мне нет, что ли? Так, гном 2-го уровня пошел. Уйдет потихоньку, потихоньку. Эй, тихо. Надо сюда вызвать скелетиков на помощь. Давай. Ох, 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 что началось-то, ребят? Что началось-то, смотри. Что вытворяет. Ну, беса-то бомбанем, бомбанули. Давай великана вызовем. Так, вот это вот плохо. Это, ребятули, плохо. Дай-ка я его так вот покажу. Не наказал. А вот он, по-моему, нас сейчас накажет. Слушай, ну это вот, считай, ребята, это имба какая-то. Он делится, да? И каждая такая фигня на каждой дорожке появляется. Это вообще не айс, на самом деле. Так, что у нас тут происходит? Фигня, ребят, происходит у нас тут. Минус. Големчик минус. Так, ребята, там застанил, да? Упыреныш. Давай сюда вызовем скелетиков, наверное. Если кто-то выйдет, я, естественно, применю... Метеорит. Гном вышел. Так, отлично. Вызываем еще стрелка. Ну все, ребята, можно сказать, хана его базе. Взорвали мы к ядре Нефени. Отлично. Так, продолжаем. Так, сколько нам еще нужно сделать боев? Еще 2 штуки. Как раз, я думаю, и дойдем до 100 монет.
Так или не так? Да, еще два боя. Это будет победный сундук. Я надеюсь, там что-нибудь, ребята, путнее выпадет для нас. Погнали. Против нас Джеймс. Почему-то все выбирают паладина. Неужели они такие крутые? Ну да, они могут отодвинуть, они могут застанить. Но мне кажется, все-таки вот этот вот удар метеоритный, это все-таки имба. Что не говори. Тем более в данном случае у меня на второго уровня прокачанная. Так что все отлично, полная рука. Полная рука, вызываем тогда скелетов. Чтобы карточки наши не прогорали. Просто так. Энтик, ребята, вышел энт. Так, с кого начать? Давай, наверное. Нет, я не буду пока тратить. Мы вот так сделаем, под яростью, ребят. Ах ты, жулик ты. Подонок он. Ну ладно. А раз и так решил сделать, давай мы тогда тебя также накажем той же монеткой, да, как говорится. Отблагодарим. Опа. Ну-ка, давай, великаша, беги. Под удар, как говорится, подставляйся. Так, вызываем, ребят, скелетов. Опа, ты смотри, чё, смотри, как он хитро делает, ребят. Он как будто бы знает, что, где и как. Так, вызываем жнец. Подожди, а почему? А почему у меня... А, ну да, понял я, понял. Ну, хорош там разбег. Ну все, ты достал меня уже, серьезно тебе говорю. Давай, стрелки, бомбим. Он все на одной, ребята, линии концентрируется, вы заметили? Все на нижней. Так, жнец, давай вызовем великана. Сейчас наверняка будет метеоритный удар. Я просто предчувствую его. Не может быть, чтобы он не метеоритный, но кувалду вызвал. Давай-ка, наверное, под яростью, ребята, сделаем это все дело. И вызовем матушку природу. Так, тянуть карту. Хорошо, что стрелок стреляет в этот момент, да? Ему как бы пофиг на все. Ох, хорошо, прожимаем, ребята, Джеймса мы с вами. Ох, хорошо так, как пошло дело. Все, ему не выкрутится. Мы его просто прижучили. Смачно, мне понравилось. Так, Джеймс. Ну, а мы продолжаем, нам еще один бой нужно сделать. Эти как раз получим, да, ребят, 100 монет. 100 монеточек получим. И получим сундучок с вами. Поэтому погнали сражаться. А, кстати, а я не могу сразу заказать несколько сундуков? Нет, ребят, не могу. Жаль. Поехали. В бой, конечно же, в бой. О чем тут думать? Так, тут у нас Браку, судя по всему, величать чувачка, да? Но все-таки я беру плюс, ребята, своим уровнем. У меня второй левел, плюс достаточное количество хп. Мечник чем хорош, ребята? Он быстрый. Он быстрый юнит. Посмотрите, как он быстро двигается. Причем он дешевый юнит. Об этом тоже не стоит забывать. Опачки. Алхимик родной. Серьезно, что ли? Сам главное горит. Так, ну гнома, я так понимаю, ему не пробить. Или пробьет он? Слушай, не знаю. Ну-ка вот так сделаем. Шмякс, отлично. Надо захилять нам нашего энта, потому что он маленечко пострадал. Да ладно, че, серьезно что ли? А если мы вот так скелетов будем ставить? Понятно, скелеты его отвлекают. Ой-о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 й. Там, ребята, мечник все-таки нанес удар, да? Но мы сильнее его. Да, отлично. Сюда выставляем лучника. Ну что, пошел, ребята, расколбас. По базе, по его. И мне это нравится. Так, давай-ка сюда, наверное, водяного элементаля призовем. Плюс вот это вот все под ускорением, конечно же. Под жестоким ускорением. Посмотри, просто бомбическая, ребят, сила. Так, вызываем матушку природу. Все, все. Пока никто ничего сделать мне не может. Видимо, пока еще донатеры не появились в этой игре. Ну, именно на моем уровне. Да, ребят, спасибо. 100 монеточек я все-таки получил. И нам остается открыть только лишь вот этот вот победный сундук. Он прыгает аж от радости, как хочет, чтобы я его открыл. Ну и что же нам выводит? Священный молот, огненный бес, орда нежити и жнец редкая. Но, понимаете, мне-то хотелось бы какую-нибудь новенькую карту.
Я думаю, что вам тоже бы хотелось бы. Что у нас по приспешникам? Хм, я могу... Давай, ребят, наверное, усилим. Гоблин-стрелок, он тоже мне понравился. Неплохой чувак. И все, да, я больше не могу. Огненного беса? Ну, давай огненного беса фиксим, так уж и быть. Усилим. Один разочек, да? Ну, и мечника. Чтобы просто не компенсировал мне тут глаза. Не моргал. Что тут у нас такое моргает? Начальный набор. Сила стихий. Эпические. Офигеть. Так, гоблин-стрелок, первобытный дух. Погоди-ка, это я могу купить или что? 5000. Жесть. Или 1000. А что вот это такое, ребят? Список на... Подожди. С друзьями веселей. Приглашайте друзей в геройки, получайте ферум. Ферум используется, чтобы мгновенно открывать сундуки. Его можно тратить в магазине. Реферальный код. Ребята, кто видит сейчас, списывайте вот этот вот реферальный код и заходите в игру, если вы в нее играете. Так, тут у нас сундучки пошли. Все понятно. Ну, мы будем, ребят, с вами своими силенками все пробиваться, конечно же. 303 очка, ё-моё. Посмотри, какие тут по 10 тысяч. Ой, я еще пока слабенький. У меня даже еще, по-моему, ребята, и клана-то нету. А тут я смотрю уже, смотрите, гильдии, видимо, кланы у всех. Ну что ж, друзья мои, будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что удачки и до новых видосиков. Жажде